Встречаем аплодисменты не потому, что это реально крутые танцоры. Они заслужили еще даже не танцуя, а гораздо более значительных уровнях аплодисментов. Итак, первые признаки первого захода. Спасибо, давайте мы построимся так, как мы стояли, до захода, до конца. И один партнер налево, пожалуйста. Один партнер налево. Один налево. Шагом. Марш. Итак, сходимся и песня второго захода. Круто! Спасибо большое! И мы еще раз поменяем состав пар. Три партнера налево. Задание усложняется, просто усложняется. О, один, два, три. И сходимся. Последняя третья песня первого захода.
Итак, третий заход, первый заход третья песня пришла к концу, соответственно, и подошел к концу первый заход. Я прошу судей сейчас потихонечку определяться, если вы еще не готовы. Вот. И что мы сейчас сделаем? Мы сейчас, во-первых, позовем Женю Хавторину. Она здесь. Женя Хавторина. Она нам нужна в качестве извинений.